Ну что ж, ребят, сегодня я хочу вам представить вот эту машину. Вы ее все уже видели, в принципе, издалека, пока мы катались на Аршинский мох. Что первым бросается в глаза? Да, это тюнинг от Жуков Гараж. Это четырехцветный камуфляж, который очень этой машинке идет. Сказать по правде, достаточно сложно его наносить. Значит, что мы здесь видим? Это боковой свет. Боковой свет камеры кругового обзора. Как видите, ни деревья ему, ни что-то другое, ни почем. Задняя камера, задняя люстра. Кстати, у этой машины достаточно интересно сделан багажник. Вот так вот он выглядит. Сейчас открыт люк. Здесь сплошной лист, не как у нас сетка идет, а здесь сплошной лист алюминия с прорезями, что довольно удобно и хорошо себя показало на практике. На машине установлена также помпа, боковые окна на Кунге. У Кунга идет высокая вставка, вот настолько он выше, чем наш. Кунг такой же, но он выше, то есть по габаритам машинка повыше будет. Ну, не знаю, хорошо это или плохо. Кому-то хорошо, кто высокий. А хозяин этой машины достаточно высокий. Поэтому ему захотелось вот такую вот высокую. Потом посмотрите. Здесь поднята крыша на 7 сантиметров. То есть вот эта рамка стекла лобового, она еще больше, нежели у штатного вездехода, даже просто с поднятой крышей. Здесь версия вот для высоких людей. Вот эта вот рамка, она поднята. Лобовое стекло с подогревом установлено. Подогрев стекла достаточно удобен, когда вы ночуете зимой в хороший холод, там, допустим, ну пусть даже минус 20. А при ночевке минус 20 у вас вот на это стекло снутри собирается конденсат. Его достаточно много, прям вот бывает с палец толщиной столько его нарастает там. Это все, что вы, чем вы дышите, вот оно сюда прилипает, влага это. И утром, когда вы заводитесь, вам надо либо там в минус 20, минус 25 покататься на 4-5 передаче, чтобы нагреть дизель, либо нажать кнопку подогрева стекла, и тогда у вас все от само отвалится. Иначе это никак не сделать. Вибасты вот оттуда до сюда тепла не хватает, здесь все равно все стекла холодные. Не помогает это. Люстра Ригит установлена дальнего света. Фары ближнего света, противотуманные фары вот здесь стоят. На этой машине установлена лебедочка, установлены ручки, это вот от нас ручки, мы их первыми сделали, так они и пошли вот по машинам, потому что на них удобно, сюда стоишь ногами, а сюда можно присесть, когда ловишь на спиннинг там или еще что-нибудь делаешь. Конечно же, установлена защита по всему днищу. Защита — вещь нужная, проверена нами. Пойдемте внутрь. Что ж, внутри у нас тут панель. Панель здесь несколько видоизменена, в отличие от нашей. Крепление для навигации. Также установлены вот такие вот ручки для пассажиров. Этих ручек постоянно не хватает. Вот здесь вот ручка. Здесь классическая ручка уже, но это как для нас куча места для ног. Камера заднего обзора. Салон, ребят, трансформер, полностью разбирается в сплошную кровать. Либо в сиденье, либо по ходу, либо по бокам опускаются, либо вот так вот ездят. Здесь установлены сеточки грузовые, стоят вот такие рейки для крепления грузов, тоже достаточно удобные. Можно двигать как хочешь. Сдвижной люк низкопрофильный уже идет. То есть он достаточно низко, прям вот раз чуть-чуть приподнялся и отъехал. За счет этого можно сделать гораздо ниже багажник. Вот такие вот полы алюминиевые. Мне вот понравилось вот это решение, когда можно, не доставая боковых вещей, открыть средний ящик с инструментом и сюда положить в среднюю часть что-то, что может понадобиться чаще всего. Вот это удобно сделано. Петли. Все хорошо звукоизолировано,
Также здесь установлена масляная ванна для центральной цепи, усиленный вал на коробке. То есть машина уже доработана от Жуков гаража. Я считаю, что это вот самые необходимые доработки, которые можно сделать в первую очередь на вездеходе. Все остальное вы можете понять там, ага, вот это мне надо, вот это не надо, там в будущем. Там. Кстати, система крепления молли, посмотрите. Вот она стоит здесь, установлена сверху, что очень удобно. Вот сюда мы вешаем тоже у себя кучу всяких маленьких сумочек, в которые можно разложить все свое барахло, и оно не будет мешать ни здесь сбоку, ни где-то еще. Ну вот сюда вот еще можно такие же крепления. Здесь крепления для рации повесить, там для экипажа. Две радиостанции, какие-то там зубные щетки сюда сложить. Еще что-то. Шторы здесь закрывают. Здесь вот тоже закрывают. Ай-яй-яй, мы тоже такую хотим шторку. У нас-то такой шторки нету. Мы тоже такую шторку хотим. Почему нам такую шторку не дали? Надо спросить у Жуков гаража, почему у нас нет такой шторки. Также вот здесь вот рейки установлены. Ну, у нас эту роль выполняют цепочки. Здесь вот более эстетично сделано рейками. Полы вот, ну я с таким зерном не ездил, с полами. Ну, пока непонятно. Я не знаю, хорошо это или плохо. По мне так дерево, оно потеплее будет. Ну, мы вообще коврик кладем сюда и ковриком пользуемся. Вот такая вот интересная машина достаточно получилась. Здесь, посмотрите, какая огромная полка. Вот здесь получилось. Ху-ху-ху. Здоровенная полка. Урашка установлена. Реле ура устанавливается для того, чтобы у вас было раздельное питание от аккумуляторов. Здесь стоят аккумуляторы LiFePO 4 от Vista Battery. Чем эти аккумуляторы хороши? Тем, что вы можете зарядить аккумулятор полностью. Вот здесь, допустим, стоит 120 ампер. Вы его зарядите, ну, за 2 часа. Какой вы свинец зарядите за такое время? Всего 2 часа работы двигателя, и у вас заряжены аккумуляторы полностью для того, чтобы стоять сутки еще с вебастой зимой. Свинец вам надо будет заряжать 5-6 часов гонять, и то вы его зарядите процентов на 60. LiFePO аккумуляторы выдают честные амперы, вот, то есть заявлено у него 80, то есть где-то он 79 ампер он отдаст до 12 вольт, потом будет резкий провал. То есть энерговооруженность уже у этой машины достаточно высокая по автономности. Кстати, при приобретении вездехода Шерп или Бигбо от канала Герасим Шерп, если вы приобретаете по нашему промокоду, мы дарим комплект автономный. Это на Шерп или на вездеход Бигбо. Это раз, это суперконденсатор, который позволит вам завести вашу машину даже при напряжении аккумуляторов 8 вольт. Это очень важно. Счетчик ампер-часов. Это вот как у нас стоят счетчики, которые вы будете знать полностью, сколько у вас зашло, сколько ушло энергии. И насколько вам еще хватит при текущем потреблении. И третье, это реле для аккумуляторов «Ура». И четвертое, все это вы сможете поставить в тюнинг-ателье «Жуков гараж», придя и сказав, что вы с канала Герасим Шерп. Так что сплошные плюсы. Мы уже не говорим, что мы отвечаем на миллион вопросов пользователей, новых пользователей вездеходов, потому что мы уже пользуемся ими, наверное, дольше всех, именно вот этими моделями. По крайней мере, Шерпом. И на своем опыте уже наработали достаточно немало вот различных хитростей, читов, подсказок каких-то. То есть у нас уже есть это. В общем, ребят, чтобы у вас появился вот такой же крутой вездеход, надо три вещи. Первое. Купить Шерп на заводе, сказав, что вы с канала Герасим Шерп, прийти в Жуков гараж, отдать его на тюнинг, поставить наш комплект автономный совершенно бесплатно. Мы предоставим вам этот комплект и бесплатно вам его установим. Ну и в-третьих, совместно покататься. Это тоже, думаю, не проблема для нас будет. Мы поездим, обучим, расскажем, покажем. Так что не забывайте, покупая вездеход, говорите, что вы с канала Герасим Шерп. Приходя в Жуков гараж, также говорите, вы с канала Герасим Шерп. Даже, может быть, если это вам не нужно, каналу от этого сплошная польза будет. На этом я закончу, наверное, обзор этого прекрасного, прикольного вездехода. Кстати, здесь уже стоит тросовая коробка. Усиленная тросовая коробка. И у тех, у кого до сих пор коробка кулисная, это вот первые машины, которые с завода выходили. Ребят, поверьте, вот приедьте к нам, просто даже попробуйте, как она переключается. Это земля и небо. Ну, вы тоже захотите поставить себе тросовую коробку. А заодно и масляную ванну. Масляная ванна — это вообще тема, ничего смазывать не надо. Мы просто забыли об этих вещах и все.
Так, ребятки, ну что ж, вот из Жукова гаража под Новый год вообще невозможно уйти без подарка. Вы его где-нибудь видите? И я не вижу. Нет, это не торцовка. Хотя Мишке такой бы подарок пригодился. Сегодня подарки дарим мы. Ну, Жуков гараж наконец-то появился гриль. Стол для него, сам гриль. Там еще всякие штучки для него, да. Так что теперь при заказе тюнинга на вездеход просите, чтобы вас еще и накормили, не отходя от кассы. Я думаю, у них есть холодильник, будут там всегда бараньи ребрышки из Новой Зеландии. Будут вас кормить. Ну что ж, вот такие новости от Жуков гараж. До встречи, всего хорошего. И не забывайте, Герасим Шерп.